Спортсмен Белый Дедоги Магомедов Ахмед, 1995 года рождения, мастер спорта. Представляет Уральский федеральный округ Мау-Юра, город Няги. Дзюдо начал заниматься в 2006 году у калистратора Дмитрия Коммунаровича. В настоящее время тренируется у тренера Юсейнова Заура Мусаевича и Дегтянникова Андрея Владимировича. Является бронзовым призером командного чемпионата России 2018 года. Синий дзюдоги Коваленко Николай, 1991 года рождения, мастер спорта. Представляет Уральский федеральный округ Мау-Югра, город Сургут. Дзюдо начал заниматься в 1998 году у тренера Соловьева. В настоящее время тренируется под руководством бригады тренеров Ермакова, Голина и Тарасова. Является бронзовым призером Кубка Европы 2018 года и серебряным призером Кубка России 2017 года. Победил Коваленко Николай, Уральский федеральный округ Мау-Югра. И сам победитель весовой категории до 100 кг.